Всем привет! Приветствую вас на моем канале и хочу вам похвастаться своими наборами, которые мне пришли. Хотела бы вам сделать небольшой обзорчик. Это набор от Катрусиных рукоделок. Вот какое счастье я себе приобрела. Это «Шоколадная ночь». Этот набор мне пришел еще в начале лета. Потом вам покажу, какой мне пришел набор сегодня. Посмотрим сначала этот набор. Вот. Это набор от Катрусиных рукоделок. «Шоколадная ночь». Дизайнер здесь «Химера». 47 цветов здесь. DMC. Я заказала в нитках DMC. Канва «Лугана». Вот. И с запасом нитки DMC положили 70%. Есть здесь иголки и ламинированный органайзер. Вот смотрите, здесь есть номер телефона, кому надо, пожалуйста. Вот, девочки. Это «Шоколадная ночь». Это моя мечта, это моя радость. Он мне очень нравится. Он такой умиротворяющий, очень хороший набор, очень красивый. Я вот когда его выкладывают в YouTube, я не пропускаю ни одно видео, если показывает эту «Шоколадную ночь». Я решила ее себе приобрести. Только я тогда не снимала видео еще. Ну а вот сейчас снимаю и хочу вам показать, девочки. Вот смотрите, здесь есть разбивка. Вот. Здесь получается 28 листов схемы. Вот на такой разбивочке. Вот какая красота. Дым, небо идет. Снег. Я знаю, что девочки говорят, что он тяжело вышивается. Ну, не знаю. Если буду вышивать, не знаю, когда начать. Сейчас или попозже. Тогда посмотрим, как вышивается. Вот. Теперь у нас здесь идет вот такие листки. Вот. Два. Здесь вот пишет нам, что это «Шоколадная ночь». Игорь Сахаров у нас разработчик. Ну, не разработчик, а картина это Игоря Сахарова. И разработчик у нас «Химера». Аида здесь пишет 18-е, но я не на 18-е заказывала, а я заказывала на «Лугане» этот наборчик. Но вышивать его я не буду на «Лугане», потому что очень маленькое получается. И на «Лугане» тяжело вышивать. Вот я хочу на Аиде 16-й. Вот здесь, девочки, смотрите, значки. Это значки у нас. Вот. Здесь пишет нитки DMC и их номера. Вот. Ну и здесь еще один листочек к ним. Вот. Вот какая красота будет у нас. Это схема. Вот сколько листов будет. Листов, конечно, так себе. Вот. Ну и ниточки. Ниточки, девочки. Ниточки — это все для нас. Это красота неимоверная. Эти ниточки. Посмотрите, какие цвета. Эти нитки DMC, они мне напоминают нитки, вот я сейчас вышиваю Лукас, и эти нитки от Лукаса, они мне напоминают. Очень красивые нитки Анкор, забыла, вспомнила, нитки Анкор. Тоже такие блестящие, вот смотрите, очень красивые ниточки, очень. В нитках DMC этот набор мне больше нравится. Он какой-то нежный получается. А в нитках СХС, не знаю, он какой-то насыщенный очень. И снег какой-то розоватый получается. Не знаю, мне больше нравится в нитках DMC. Посмотрите, какая красота. Ну, очень красиво. Вот. Так, идем дальше. Нитки нам еще, смотрите, положили в запасик. Вот сколько нитки тоже здесь DMC. Вот. Тоже красивые очень. Ну,
сама вот Лугана. Вот здесь иголочки. Она, вот смотрите, она как тряпочка, вот. Вот какая она. Можно ее сгибать как хотите. Как хотите, так ее сгибаете. Вот. Не знаю. Не... Я просто не знала, какая это канва, потому что я еще на такой не вышивала. Но вышивать, наверное, на ней я и не буду. Вот. Вот это первый набор, что я вам показала. Хочу вам показать дальше еще, что я приобрела уже сегодня. Наполник сегодняшнего торжества, как говорится, вот такой набор. Вот, смотрите. Это китайские журавли. Набор вот такой. Здесь 74 цвета мулине. Вот. Конгресс Трамин. Да, я заказывала на Конгресс Трамине этот набор, потому что я не знала, думаю. Или канву 16 заказывать, или Конгресс Трамин, потому что хочу, чтобы она была, ну, больше. Вот нитки DMC, иголочки здесь есть, и органайзер ламинированный. Вот катрусиной рукоделки, девочки. Вот здесь их номер телефона. И вот смотрите, здесь разбивка 30, ну, схема будет на 30 листах. Вот. Посмотрите, какая красота. Говорят, вышивать надо на здоровье. И я теперь не знаю, какой набор вышить. Или шоколадную ночь, или эту. Не знаю, девочки, я у вас прошу. Пожалуйста, подскажите, вот какую хотите вы увидеть вышитую картину. Я такую, наверное, начну вышивать. Я так думаю. Потому что я разрываюсь, не знаю. И такую хочется вышить, и такую хочется вышить. И не знаю. Вот какие китайские журавли. Я на них уже засматриваюсь уже 2 года. Смотрю и все думаю. Так хочется вышить. Но надо уже вышить свой лукас. И тогда буду приступать за какие-то другие работы. Вот. Вот какие ниточки. Ниточки чудесные, девочки. Чудесные ниточки. Вот смотрите, это еще столько дали запас ниточек DMC. Я сюда буду жить. Вот смотрите, какие нитки. Ну это же прекрасно. Прекрасные нитки. Вот смотрите, здесь зеленые. Вот какие, как оранжевые типа. У вас они какие-то красные, но это на самом деле ярко-оранжевые, розовые. О, красота неимоверная, это ниточки DMC. Я не знаю, что-то я не вышивала все-таки нитками DMC, но что-то мне хочется ими вышивать, этими ниточками. Вот смотрите, блендов здесь сколько будет. Красота. Такая красота, что красота. Вот, смотрите. Вот. Очень красивые ниточки. Очень. Это набор очень будет интересно вышивать. Вот. Вот так вам покажу. Какая красота. Вот какая нарезка. Они достаточно длинноватые, не знаю. Какой размер здесь ниточек, как они отрезаны. Вот, смотрите. Ну, и здесь уже страмин. Вот, смотрите, девочки, там была как тряпочка, а здесь вот, какой он жестковатый. Жесткие говорят, что нельзя его так складывать. Ну, будут заломы. Не знаю. Посмотрим. Вот. Он как гобелен. Вот какой большой будет отрез. Смотрите. Вот. Вот такой большой отрез будет. Он такой, как накрахмаленный. Красивый. И вот здесь тоже пишет. Пишет, какие будут значки. DMC. Вот. Номер.
Здесь опять пишет Аида 18, но я заказывала, как видите, на страмине китайские журавли. Вот. И еще один листочек тоже. И вот здесь у нас это, наверное, вот. И вот здесь у нас листочки. Смотрите. Китайские журавли. Вот. Сколько будет. Ну, и знаете, что я еще заказала? Я еще себе заказала. Смотрите. Я еще себе заказала канву Survivor 16 фаунта. Здесь 1,50 м на 1 м. Вот. Я не знаю, потому что я сомневалась, или я буду вышивать на страмине, или я буду вышивать на этой канве. И хочу посмотреть. Посмотрю уже, когда у меня она есть, вот тогда я буду уже придумывать, вышивать на какой мне канве. Или на страмине, или на аиде. Уже потом посмотрю, когда начну вышивать. Наверное, все-таки я склоняюсь, что вот шоколадную ночь буду вышивать на 16-й аиде, потому что она очень маленькая получается. Ну, а эти китайские журавли не знаю. Наверное, я все-таки буду на страмине вышивать. Ну, посмотрю, как будет. Вот еще раз вам покажу. Я его видела отшитым нитками СХС у катрусиных рукоделках на сайте. Ну, а я попробую DMC. Не хочу на желание их вышить. Задумаю себе желание на здоровье или на что. Не знаю, посмотрю и буду вышивать. Вот. Очень красивые. Посмотрите, здесь вода. Вот, лес. Яблоко. А эти цветы, ну цветы красота. Ну, очень мне он понравился. Вот. И еще я заказывала у катрусиных рукоделках схемы. Но это тоже я в начале лета заказывала. Покажу вам. Это я себе уже их распечатала. Вот смотрите. Волк и девочка. Не очень давно уже нравится этот набор. Я боялась, чтобы его не сняли с производства. Думаю, куплю себе. Я ассоциирую себя с этой картиной, потому что волк это наши проблемы, наши жизни разные, которые надо преодолевать. И вот когда у нас есть проблемы какие-то дома, ну или так, сяду на работе или где-то еще, то мы становимся вот такими, как эта маленькая девочка. Ну, мы же преодолеваем все невзгоды, всю беду. Вот. И вот она мне очень понравилась. Думаю, я бы ее вышила. Ну, не знаю, посмотрим. Пока что она у меня не в первых рядах. Вот еще. Это тоже моя хочушка давнешняя. Боже, как они мне нравятся, девочки. Это вода, эти карпы. Ай, какая красота. Очень мне нравится. Я купила их себе на, не помню на каком сайте, китайские эти карпы. Но у меня там вышивается. Ну, я вам потом покажу. Я себе купила на нанесенке. И там сбиваются вот эти квадратики, они сбиваются, и их нельзя вышивать. Я уже как не старалась, как не пробовала и никак. Вот они сбились, эти ряды неудобно вышиваются. Не знаю, потому я себе здесь заказала схему. Ну, а может потом себе набор уже закажу, потому что по схеме трудно вышивать, потому что нету этой разбивки. А без этой разбивки, ну, не знаю, как это. Вот смотрите, еще один набор. Вот еще разбивку я себе сделала, вот такую. Еще я себе такую схему заказала. Вот. Очень тоже красивая. Здесь маяк, море, берег моря. Такая красота. Кошечка сидит, вот смотрите здесь. Такая красота.
Ну, очень красиво получается, мне так нравится. Вот. Вид на море. Очень красиво получается. Так, девочки, ну, наверное, я вам все показала. Я очень рада покупке своей. Покупка моя шла ко мне где-то 2 недели. Все, девочки, большое вам спасибо за просмотры, за то, что вы меня смотрите. Желаю вам здоровья, приятной вам вышивки и пока. До встречи!